Кировский район. Сейчас здесь кипит работа. Аграрии собирают морковь. Задействовано порядка 60 человек. Начинают в 8 утра, в 16 часов смена заканчивается. Уже убрано 479 тонн. Остался 1 гектар из 10. Благодаря устоявшейся теплой погоде, корнеплоды добавляли в весе около 3-4 грамм в сутки. Поэтому форма гибридов «Серкан», «Каданс» и «Бриллианс» крупная, а сам овощ очень сладкий и вкусный. Все собираем. Овощи, кроме лука, все собираем вручную. Ну, так меньше портится, меньше травмируется. Аккуратно все уложим в контейнера и свозим на хранилище. А уже завтра начнется сбор капусты. Вес одного кочана от 3 до 5 килограмм. Площадь всего поля 15 гектаров. Старидор, Зенон, Эпикур – тоже гибриды. После уборки отправляются в хранилище. В СПК «Рассвет» их несколько. Емкость от 2 и до 5 тысяч тонн. Все овощи разделены и везде соблюдается режим. Например, картофель хранится при температуре от 2 до 4 градусов тепла. Мы реализуем только через свои сети торговые. А потом уже где-то в начале октября начинаем массовую реализацию. Ну, там продукция наша хорошая и пользуется спросом, поэтому долго не задерживается в хранилище. В этом году для стабилизационного фонда собрано 550 тонн картофеля. Сорта из Германии, Королева Анна, Голландии, Мемфис и белорусский Скарб. Позже в закромах появился лук – 300 тонн. В этом году погодные условия нам не позволили в достаточном объеме собрать лук, так как мы собрали в прошлом году. Его на 50% меньше. Зато следующие, другие овощи, например, так как капуста, урожайность выше в этом году, чем в прошлом году. В Могилевской области в стабфондах всего будет запасено 3700 тонн картофеля, почти 2000 капусты, 860 тонн репчатого лука, 800 моркови, 700 свеклы и 500 яблок. Резерв полностью заполнится в ноябре. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.